Краткого содержания этой главы.
Битва полубогов с Фритрасурой. В этой главе рассказывается о том, как Дадичи отдал Индре свое тело, из костей которого затем изготовили молнию, и как впоследствии полубоги вступили в сражение с Фритрасурой. Следуя указанию Верховной Личности Бога, полубоги пришли к Дадичи Муни и попросили его отдать им свое тело. Однако Дадичи в шутку сделал вид, будто не желает расставаться с телом, поскольку захотел, чтобы полубоги сперва разъяснили ему свое понимание законов религии. Выслушав полубогов, он согласился ради высшей цели пожертвовать своим телом, которое после смерти все равно пожирают собаки, шакалы и прочие низшие животные. Дадичи Муни погрузил свое грубое тело, состоящее из пяти стихий в совокупности этих энергий, а душу поместил в лотосных стоп Верховной Личности Бога. Так Дадичи покинул свое тело. Затем Вишвакарма по просьбе полубогов изготовил из костей Дадичи молнию. Вооружившись ею, полубоги Верховного и Слона отправились сражаться. Так на рубеже Сатья-юги и Трета-юги между полубогами и демонами состоялась грандиозная битва. Уже в самом ее начале демоны, напуганные нестерпимым сиянием, исходившим от полубогов, бежали с поля боя, бросив своего полководца сражаться в одиночку. Но Фритрасура вернул спасавшихся бегством демонов и стал объяснять им, что воин должен сражаться, даже если умрет на поле битвы. Он объяснил, что победа в битве приносит богатство, а смерть на поле боя – немедленное вознесение на райские планеты. Поэтому воин остается в выигрыше в любом случае. Что-то это нам напоминает, да? Чьи-то слова в Бхагавад-гите. Хорошо, давайте прочитаем первые 12 стихов. Надеюсь, не будет сражения за то, кто будет читать, кто не будет читать сегодня. Начинать? Шри Шукадева Госвами сказал, едва закончив давать наставление царю Индре, Верховная Личность Бога, Хари, причина мироздания, и в тот же миг скрылся от взора полубогов. О, царь Парикши, следуя совету Господа, полубоги отправились дальше, сыном Аттарка, и попросили его отдать им свое тело. Выслушав их просьбу, великодушный мудрец уже было согласился ее исполнить, но, желая услышать от них о смысле религии, улыбнулся и обратился к ним со следующими шутливыми словами. «О благородные полубоги! Разве вам не известно, что в момент смерти каждое воплощение – воплощенное в теле живое существо испытывает такую невыносимую боль, что теряет сознание. Узы привязанности к телу так крепки, что каждый в этом мире в надежде навечно сохранить тело пытается защитить его как только может и готов ради него пожертвовать всем до последней нитки. Так если на свете люди способны отдать свое тело другому, даже если их просит сам Господь Вишну. Полубоги ответили, о благородный Брахман, святые вроде тебя, славящиеся своими делами, неизменно добры, милосердны простым людям, ради блага других. Возвышенные души готовы пожертвовать чем угодно, даже собственным телом. Люди, сосредоточенные только на себе и своих нуждах, вечно выпрашивают что-то у других, не думая о том, какую испытывают боль. Если бы проситель мог войти в положение дающего, то ни о чем не стал бы его просить. Однако и тот, кто способен выполнить просьбу ближнего, не отвечал бы на нее отказом, не будь он глух и бесчувствен к страданиям людей. Великий мудрец Дадичи сказал, я отказался отдать вам свое тело только потому, что не желал услышать,
что желал услышать о законах религии из ваших уст. Теперь же, хоть мое тело и очень дорого мне, я вручаю его вам, ибо знаю, что не сегодня, так завтра, все равно буду вынужден оставить его. Вы же сможете использовать его ради высшей цели. О полубоге, того, кто лишен сочувствия к страдающим, и потому не желая снискать себе вечную славу, пожертвовав своим бренным телом, ради высших принципов религии, жалея даже неподвижное существо, растения и другие. По мнению людей, достойных, славящихся своим благочестием и великодушием, следует вечным заповедям религии, значит испытывать боль при виде чужих страданий и радоваться чужому счастью. Моя сын, которому после смерти суждено стать добычей собак и шакалов, не приносит ни вечной душе никакого блага. Оно недолговечно и может погибнуть в любой момент. Поэтому и само тело, и связанное с ним имущество, богатство и родственники должны трудиться на благо всех других, а иначе они станут источником бед и страданий. Шри Шукадева Госвами сказал, с этими словами Дадхичи Муни, сын Адхармы, исполнился решимости отдать свое тело полубогам. Осознав себя вечной душой, нашедшей прибежище у лотосных стоп Верховной Личности Бога, он покинул грубое тело, созданное из пяти материальных элементов. Овладев своими чувствами, жизненной силой, умом и разумом, Дадхичи Муни погрузился в транс и разорвал узы материи. Он даже не заметил, как расстался с телом. Спасибо. Это был первый раздел. Дадхичи Муни отдает свое тело на благое дело. Для того, чтобы услышать, как полубоги объясняют карму, Дадхичи вначале отказал им в просьбе дать тело. Но после того, как он был удовлетворен их объяснениями, Дадхичи согласился оставить свое грубое тело и поместил себя в лотосных стоп Верховного Господа, для того, чтобы полубоги могли использовать его тело для уничтожения Мудрасуры. Таким образом, из его костей Вишвакарма сделает молнию и подарит ее Индре. Здесь всего лишь один вопрос по этой главе. В нескольких предложениях прославьте смерть Дадхичи Муни. Кто хочет сказать что на эту тему? Прославить смерть Дадхичи Муни надо. Коротко и ясно. Чтобы расстаться с телом, это требуется для этого мужество, а, наверное, больше даже духовность. И этой духовностью он обладал. И поэтому его тело было целое. Не каждое тело целое, и не из каждого тела можно сделать молнию. Но поскольку это был святой высокого ранга, высокого порядка, он понимал, что он делал, у него не было трагедии, наверное, в связи с тем, что он расставался с телом. Харе Кришна. Спасибо. Еще кто-то хотел? Да. Ну, здесь четко прослеживается такая аналогия, что по просьбе старших, то есть к нему не он сам решил это просто так сделать, не просто это его было прихоть здесь по просьбе старших, по просьбе Господа, то есть он и не просто слепо он этой просьбе как бы следовал, он все разъяснил максимально, подготовился к своему уходу, то есть обдумал все, прежде чем принять решение. Этот момент очень важен для нас, что
прежде чем принять какое-то решение, мы должны убедиться, проверить, как все это будет благоприятно в итоге. И точно так же здесь можно сказать, что своим вот этим уходом из тела он дал всем остальным пример, показал пример о том, что из себя представляет наше тело и как вот можно поступить в такой ситуации, если к тебе обратились с просьбой. И это можно сравнить тоже с саньясой, да, то есть саньяси жертвует своим телом, ему речью, то есть фактически, то есть это тоже один из показателей, если духовный учитель, как вы говорили, обращается к кому-то, видит потенцию этого человека, что он может проповедовать, то тоже примерно он дает свое тело, ему речь на благо других, когда его об этом попросили. Спасибо. Да. Ну, есть несколько видов славы смерти. Это вот этот вид самый такой, такая самая славная смерть, оставить тело, то есть отдать по благо всех живых существ. И еще есть смерть, когда Ванапрас оставлял тело, в лесу, после 50 лет уходил, и все эта смерть тоже считалась очень славной. И оставить тело в бою за, не знаю, за кого. Конечно, за Кришну, посвятив, то есть, ну, Дадхичи вот один из таких живых существ, которому так повезло, что сам Господь сказал ему, чтобы он отдал свое тело, и он поместил свою душу прямо, ну, в лотосный стоп Кришны и счастливо оставил тело. Спасибо. Здесь говорится, что Дадхичи, он не испытывал мук во время покидания тела, это говорит о том, что был он совершенно бхактиёгом. Говорится, что тот, кто постоянно думает о Кришне, он покидает тело без страданий. Это вот, типа как вот Тхрома Хладжа тоже, то есть он стал на голову смерти, не было никаких страданий. То есть он был совершенно бхактиёгом, это самое сильное. Хорошо, да. Корень всех материальных страданий, именно привязанности к материальному телу, материальным наслаждениям, поскольку с помощью материального тела можно получать материальное наслаждение через чувства. А те, кто, как на примере Дадхичи Муни, развили привязанность к служению Верховной Личности Бога, утрачивает эту привязанность к материальному телу. Если у нас есть что-то более ценное, что-то более важное, нам не составляет труда отказаться от чего-то менее ценного или такого важного. Поэтому до тех пор, пока человек не будет этой сильной привязанности именно к своему естественному положению, к этим отношениям, будет сложно отказаться каких-то материальных вещей. И пример таких великих личностей именно вдохновляет нас и вселяет веру, что мы можем идти по этому пути, то есть достичь такого же успеха в отношениях, в духовных отношениях. Интересное здесь утверждение, сделанное во втором стихе. Санскрит, второй половины стиха, это «Мода мана увача дам прагасан ива барата». Прямо как одна из строчек Бхагавад-гиты «Прагасан ива барата». Да. Это обозначает, что когда Дадхичи услышал просьбу полубогов, он улыбнулся и обратился к ним со следующими шутливыми словами. То есть вот представьте, к вам приходят и говорят, можешь помереть сейчас прямо для нас.
прямо сейчас. Да? Если Кришна просит, почему бы не остановиться? Вот. И то есть он в радостном состоянии, да? Он исполняется такой радости, что он даже шутит с полубогами. Да? То есть и вот это очень яркий такой момент. Хотя смерть является величайшим горем, величайшим страданием, да, в материальном мире, потому что смерть обозначает, вот такой голливудский фильм, я его, правда, не смотрел, но я видел рекламу, знаете, когда новый голливудский фильм выходит, его очень сильно рекламируют, особенно в Лос-Анджелесе. Первую пробу делают, там, первый прокат. Вот, и везде там эти щиты с рекламами этих новых фильмов. Но меня название этого фильма очень впечатлило, потому что я подумал, что название этого фильма – это просто, вот, знаете, такой самый главный девиз материального мира. Знаете, как этот фильм назывался? Все пропало. Вот потому что в конечном итоге в материальном мире каждый приходит вот к этому финалу. Да, все пропало. И особенно, когда смерть, да, смотрит в глаза. Вот человек так чувствует, все пропало. Да. Потому что какие страдания, когда что-то пропадает. Да? Когда мы что-то теряем, там, я не знаю, кошелек, там, карточку, кредитную, какую-то ценную вещь, что уж говорить о какой-то части тела, да, или там о близких родственниках, да, кого-то там из семьи потеряли. То есть даже вот частично что-то пропадает, мы так сильно страдаем. Да. А смерть обозначает, мы все теряем, всех родственников до одного. Все части тела до одного, все карточки, сколько их там нет, да, все имущество, все уходит, все пропало. Да. Поэтому смерть в материальном мире – это самое большое страдание. Потому что люди вот так думают, все пропало. И поэтому они так страдают. Но преданные для них – та же самая смерть, которая является концом всего для материалиста, да? Что из себя представляет смерть для преданного? Это начало настоящей жизни, слава Кришне, наконец, мне уже не придется торчать в этом мешке с костями. Наконец я смогу начать жить по-человечески. Да? Вечно. В полном знании и счастливо, и в экстазе, да, в полном экстазе, наконец. Наконец я увижу Кришну, да? И при этом он только ждет, вот, уже этот момент приближается. Поэтому, да, преданный в экстазе, да. Преданные иногда даже сбивают с толку врачей и санитаров, если они в больнице где-то тело оставляют. Ну, в первую очередь они сбивают их с толку тем, что, ну, там какой-то человек лежит смертельно больной, и он не то, что там какой-то мега богатый или мега знаменитый, да, но почему-то к нему приходят люди, которые даже не его родственники, которые даже не ждут никакого наследства от него, да, и как-то так реально, вот, знаете, как, ну, в материальном мире, да, какой-то человек лежит при смерти, и родственники приходят и там, знаете, с таким скорбным видом, говорят, ну как у тебя дела? Умираю. И родственники думают, ну быстрее бы ты помер, досталось бы нам там квартира или что-то, да? Вот, а так притворно делают такой скорбный вид, да, чтобы случайно умирающий не переписал завещание. Как говорится.
бабушка, которая обожает скандалы, каждый день переписывает завещание. Вот. То есть материальный мир, да, это ну, как сплошной обман. Да. Самообманы, люди обманывают друг друга, притворяются, что кто-то кого-то интересует, но никто никого не интересует. Всех интересуют только деньги, как минимум, да. И все остальные блага, вот и все. Да. А человек, он может, собственно говоря, никому. Вот. И поэтому, да, ну, то есть, как бы, та картина, к которой они привыкли, приходят только родственники, да, которые ждут наследства, и с таким притворным видом как-то, ну, какое-то внимание вроде бы уделяют. Да. А тут человек, от которого вообще-то, то есть, как бы, приходят люди, они вообще чужие, и наследства никакого не ждут. И приходят реально, то есть, как бы, вдохновляют, и поют, там, и общаются, и так далее. Это первое, что их сбивает с толку. Да кто такой этот человек? Как, например, Шримасундара Прабху, да, лежал в больнице. И все врачи были в шоке. Они говорят, да кто вы такой вообще? Вам толпы такие ломятся, людей нереальные, да? Ну, там, конечно, не упустил возможность объяснить, что такое сознание Кришны. Вот. И второе, конечно, что их сбивает с толку, что человек умирает со счастливой улыбкой на лице. Ну, как-то так. Да? И потом они говорят, ну-ка, расскажите, что вы с этим человеком сделали? Почему он так счастлив в момент смерти? Да? Иногда даже начинают из-за этого книги читать и так далее. Да? Вот. И естественно, что этот уровень экстаза, и он чем ближе смерть, тем экстаза больше. Он, конечно же, зависит от того, насколько преданный продвинут сознание Кришны, да? Насколько он избавился от привязанностей материальных. И да, у меня была редкая возможность видеть, как оставляет тело, ну, не самый момент, я, к сожалению, не увидел, но вот перед оставлением тела за короткое время один из наших духовных учителей, учеников Шрилы Прабхупады был Шрила Шридхар Свами Махарадж. И вот у него была смертельная болезнь, он приехал в Майпур, чтобы оставить тело. И это был вообще такой пример нереальный, что он уже все был на грани смерти. Он приехал в Майпур, все такие собрались его встречать. Ну, потому что он очень много сделал для миссии Шрилы Прабхупады. И как-то вот весь Майпур ждал его, когда вот машина скорой помощи заехала и проехала прямо к храму. Он там прям вышел, для него божества открыли, там, то есть как бы киртан и так далее. И потом он пошел в комнату. И знаете, у него такой просто вот мертвенно-бледный цвет кожи и так далее. Да, такие, такое ощущение было, что вот он в любую минуту может тело оставить. Но при этом он перед божествами танцевал. Все, конечно, в шоке были, что умирающий человек перед божествами так танцует, что даже здоровые так не танцуют. Вот. И когда он зашел в свою комнату, и знаете, все там, особенно старшие, преданные, конечно, да, его окружили, вокруг него сели с такими как бы скорбными лицами, чтобы выразить ему сочувствие какое-то, да, его положение. А Шридхар Махарадж был такой необычной личностью, он шутил с серьезным лицом. И когда человек с серьезным лицом шутит, это еще смешнее получается. Вот он такой серьезно на всех посмотрел, и все такие серьезно на него посмотрели. Говорит, чего смотрите? Я голодный, принесите мне что-то поесть, я только приехал. И там
давай, давай, быстро неси ему что-то поесть. Вот. Шидарма говорит, стоп, что ты мне принесешь? Он говорит, ну, Гуру Махарадж, я принесу вам вот что по диете положено. Да, у него печень была, рак печени, то есть вообще. Рак печени, цирроз печени и еще гепатит С сверху. Три болезни, целый букет. Вот. И он говорит, что ты мне несешь? Он говорит, я вот несу там кашку диетическую, еще что-то. Он говорит, ты что, меня убить хочешь? Какая кашка? Принеси мне нормального просада, я в Майпур приехал. Говорит, а какой нормальный просад? Говорит, хорошо. Он говорит, нормальный просад это пицца, это там бургер, еще что-то, знаете. Ну, все, что нельзя. Он говорит, ну, Гуру Махарадж, ведь доктор запретил. И Шридхар Махарадж такой посмотрел на него с неодобрением. Шриварам Махарадж говорит, вот ученички пошли. С духовным учителем с родным спорят. Я ему говорю, даю наставление, он меня наставляет. Представляешь? До чего мы дожили вообще? И все, Рам Махарадж говорит, давай, давай, быстро неси, что он просит. Вот. И, ну, куда деваться, ученик побежал, там пиццу принес ему. И знаете, Шридхар Махарадж с таким довольным видом крест не развалился и как пиццу. Говорит, вот оно, мое лекарство, это то, что мне продлевает жизнь. И ученику говорит, ты что, не понимаешь, что я умирающий человек? Мне ничего уже не поможет. Что я буду следовать диете, что я нет. Но я не хочу мучиться последние дни своей жизни. Уж если я умру от чего-то, пусть я умру от просада. И, в общем, и вот в таком стиле были все дни. Там просто уже, когда его встречали, никто уже серьезно с ним не общался. Даже все заходили, просто на него смотрели, улыбка такая от уха до уха. Уже ждали каких-то очередных его фраз и так далее. То есть он веселил весь Майпур. Вот последние дни. Там врач пришел для того, чтобы, ну, обследование провести. А знаете, ну, там, когда печень в таком состоянии, там скапливается жидкость, да, в брюшной полости. И ее надо как-то там откачивать регулярно. И врач пришел, чтобы ощупать его печень, посмотреть, как он на состоянии. И он лежит, ну, он такой был полненький, а тут еще как-то, ну, жидкость брюшной полости, у него так живот еще больше раздулся. Он лежит такой, и врач так ощупывает его живот аккуратно. Он такой лежит, говорит, доктор, не сомневайтесь, будет мальчик. И так далее. То есть там, ну, очень много было таких моментов. Один его духовный брат, ученик Прабхупады из Бомбея, он позвонил ему, говорит, Шридхар, я слышал, ты уже все тело оставляешь. Он говорит, да, да, вот уже там, скоро, скоро. Он говорит, ну давай, я тебе всегда помогал, а он бизнесмен такой серьезный, я тебе всегда помогал пожертвами, давай я тебе последнее пожертвование сделаю на самадхи. Он говорит, о, сколько жертвуешь? Шридхар Махарадж такой, сколько жертвуешь? Там, ну, столько. Ну, побольше дашь? Такой, ладно, добавлю. В общем, там выторговал с него сумму. И говорит, все, я пошел себе самадхи заказывать. И поехал. Ну, то есть он уже не ходит, его там на кресле. А он еще ездил. Знаете, такая шляпа большая. И очки темные такие, как у мафиози. И такой ездит с таким, на всех смотрит, там все просто, даже без слов его видят, уже там катаются по полу от смеха. И он приезжает в архитектурный департамент, и там Шанбуш Прабху, который занимается сейчас строительством большого храма, но он как бы главный архитектор, и он вот эти самадхи вайшнавские рядом с самадхи Прабхупады тоже проектирует. И он такой заходит в офис, говорит,
Шадбудж, мне тут денег дали, я себе хочу самадхи заказать. Вот столько дали, сколько на такие деньги? То есть какое самадхи ты можешь мне построить на такие деньги? И он говорит, ну, там, ну, нарисовал что-то. Говорит, уже, в принципе, мы планировали вот такое самадхи. И Шидар Махарадж такой смотрит, говорит, что-то маловато. Почему такое маленькое? Шадбудж говорит, ну, Махарадж, ну, какая разница? Ну, то есть, как бы, побольше, поменьше. Просто вот это вписывается, вот эта форма, размер в архитектурный ансамбль. Комплексов, да, самадхи. Неужели есть разница, побольше или поменьше? Сюда Махарадж говорит, это для тебя разницы нет. Ты что, там будешь сидеть в этом самадхи, а я там буду вечно находиться. Ты видишь, тело у меня какое? Большое мне надо, самадхи тоже побольше, давай перепроектируй быстро. Тот говорит, ладно, Махарадж, тело побольше. То есть пошире сделай, чтобы я там комфортно себя чувствовал. И, в общем, вот в таком стиле все дни. И я там мимо него проходил, один раз поклонился. Он говорит, о, как дела? Как что? Ну, я говорю, ну, хорошо, на вас посмотришь. Что, по идее, ну, у человека с печенью вообще конкретная проблема. Да? А в принципе, это в народе известно, что если у кого-то проблемы с печенью, поскольку печень отвечает за очистку крови, у человека кровь не очищена, но он, в основном такие люди в кому впадают. Что касалось Шридхара Махараджа, он не только в коме не был, он даже и по ночам не спал. То есть он был в полном сознании 24 часа в сутки. Вот. А если даже вот как-то в кому не впадают такие люди, то они находятся в состоянии постоянной депрессии, потому что вот все токсины идут в мозг и так далее. Да. Вот. А тут я смотрю, какая депрессия. Да. Человек не только сам их ставил, он еще и всех веселит вокруг себя. Вот. И я думаю, ничего себе, вот такая независимость от тела, это же совершенно уникальное явление. Это вот только... Что Прабхупада в книгах своих пишет, что освобожденная душа не зависит от тела. А тут вот оно прямо на глазах, что происходит. И я Махараджу об этом сказал, что вот так вдохновляет этот пример, что прямо вы так сильно не зависите от тела. Вот. И он такой, хотя у вас смертельная болезнь, он такой подходит по плечу, похлопал. Не переживай, у тебя то же самое будет. Я, конечно, не имею в виду смертельную болезнь, но точно так же, то есть как бы следуй процессу, достигнешь такого же уровня. Вот, процитировал там этот стих из 10-й песни «Таттайну кампам сусамикшиману». Те, кто продолжает практику, несмотря на препятствия, получают все блага преданного служения. Вот. И хотя я не был в момент оставления тела, потому что это произошло рано утром, как раз вот Брахма-мухурте. Он оставил тело, и после Мангаларати пришли преданные, объявили. А там было еще так, что ну, как бы его так сильно любили, уважали его духовные братья, что ожидалось, что он там, ну, как-то достаточно быстро тело оставит, а он живет и живет, и дожил. То есть он там поставил себе цель дожить. Как раз это была первая... Это было, по-моему, это было установление Большой Панчататвы как раз. Вот. И он поставил себе цель, что я доживу до установления Большой Панчататвы и еще приму участие в Абишеке. И он даже реально принял участие в Абишеке. Вот. И потом уже Гаура Пурнима, то есть после GBC, многие члены GBC, они планировали разъезжаться. Но поскольку Шридхар Махарадж тело оставлял, они многие начали сдавать свои билеты, чтобы остаться
и дождаться оставления тела, уже потом дальше ехать. А он узнал насчет этого, что они как-то сдают свои билеты. И когда они собрались, ученики группы, он говорит: вы ждете, что я тело оставлю, а я вот решил всем назло никого не оставлять тело. Я вот сейчас выздоровлю, у меня тут врач появился такой хороший, он меня сейчас вылечит, и я как поеду проповедовать по всему миру, еще всех вас обгоню. Вот, поэтому не надейтесь, я не скоро умру. И он, его состояние было такое, что в принципе многие так и поверили ему. Джайападака Махарадж позже говорил: он меня просто реально обманул. Ввел в иллюзию, потому что он таким бодрым, да, выглядел. Но это бывает, кстати, это, как-то называется в медицине ремиссия или что-то такое. То есть вот перед самым оставлением тела человек был абсолютно здоровым. Да, какой-то такой. Аппетит хороший. Да, как будто он выздоравливает, образ тела оставляет резко. То есть вот что-то такое происходит. Вот, и он так вот выглядит, как будто он реально выздоравливает. И все ему поверили и начали свои планы опять осуществлять, начали разъезжаться, все разъехались. Уже после Гаура-Пурнимы он все живет и живет. Вот. И там после Гаура-Пурнимы, удивительно, вот только один такой самый знаменательный день – это явление Шивастакура с Панчатарта. Да. И вот в утро явление Шивастакура во время Брахмана Мухурты. Он в своей комнате, и там пару его учеников, помощников. И он в постели приподнимается, и к нему подбегает слуга с лекарствами, и Махарадж говорит: сейчас мне уже лекарства не помогут, мне нужно высшее лекарство, воспевание святого имени. Он говорит: Махарадж, сейчас мы будем для вас петь, вы пока лекарство примите. Он говорит: ты не понимаешь, я вот сейчас уже не шучу, до этого я шутил, а сейчас серьезно, то есть у вас осталось буквально 10-15 минут максимум, я уже тело буду оставлять. Я не понял, что, то есть говорит, забудь о лекарствах. И они уже поняли и начали срочно воспевать. И там так было, что вот он в кровати в такт киртана покачивался. И вот момент оставления тела был последняя шутка Махараджа. Так руку поднял, помахал, и рука упала на кровать. Вы знаете, как человек там в самолет заходит. Увидимся. И все, я оставил тело. Вот. И поскольку там это был такой праздничный день, ему хорошо, что тело оставило, это объявили все быстро. То есть сделали ему омовение, переодели. И на паланкине принесли в храм, на алтарь Панчатарта поставили. Вот. И чтобы преданно попрощались. Его тело поставили? Да. Прямо вот так сидел, сидит в паланкине, паланкинцы его тело поставили. И вот он сидит, и у него глаза, соответственно, закрыты. Но цвет лица такой вообще, да, не бледно, не мертвенный, то есть такой очень здоровый, хороший цвет лица, розовенький, там все, да. И глаза так закрыты. И я на него смотрю, и у меня вот такое ощущение, что вот в любую секунду он сейчас просто глаза откроет и скажет: ну что, собрались? Думали, помер? Нет, не дождетесь. Я жалею всех живых. И опять начнет. То есть это какая-то очередная его шутка. То есть вот он настолько уже всех настроил, да, что уже ничего, что с ним было связано, как-то всерьез не воспринималось. То есть это удивительно, как человек, который вот в сознании Кришны находится, да, он просто благословение от Кришны, вот такое
блаженство, да, счастье духовное. Сколько ему? Не был сильно пожилой, 50 с лишним, 50 с небольшим. А может быть даже и меньше 50. Ну, в общем, в районе 50 ему было всего лишь. Значит, в 2004-м установили? Да, если вспоминать, когда про это установление прочитал такого. Нет, не было. То есть недавно. Как он? То есть недавно было лет, может. Ну, нет. Нет. 10 лет. 2009-м, нет, сейчас. Нет, в 2004-м, все правильно, в 2004-м году он тебя остался. Ну и, конечно, Индрадюбна Махарадж его привез, ну и помню, заботился о нем, он тоже там лекцию давал. Я даже не знаю, есть ли эта лекция в записи, он там рассказывал еще больше, ну то есть он с ним больше общался. Он там рассказывал, столько было вот эпизодов таких юмористических с Махараджем. Да, то есть мы можем видеть, что это реально есть, что тот, кто действительно так всерьез посвящает себя служению Кришне, достигает такого уровня полной независимости от тела. И да, для такого человека оставление тела – это просто экстаз. Да, то, что для других страданий. Достойный пример. Да. Достойный пример для нас. Да. Вдохновляющие примеры. И это не единственный пример. То есть Бхакти Тирта Махарадж показал похожий пример и так далее. Было много таких преданных. Хорошо. Здесь есть очень важная тема, которую мы можем обсудить в связи с настроением и миссией. Она связана с шестым текстом. Для меня это один из самых вдохновляющих текстов. И тема обсуждение это последнее предложение комментария. Ну, это такой замечательный текст, что мы его, наверное, прочитаем вместе с комментарием. Люди, сосредоточенные только на себе и своих нуждах, вечно выпрашивают что-то у других, не думая о том, какую те испытывают боль. Если бы проситель мог пойти в положение дающего, то ни о чем не стал бы его просить. Однако и тот, кто способен выполнить просьбу ближнего, не отвечал бы на нее отказом, не будь он глух и бесчувствен к страданиям других. Комментарий. В этом стихе говорится о двух категориях людей. Те, кто дает милостыню, и те, кто ее просит. Нищему нельзя просить подаяния у тех, кто сам нуждается. Но, с другой стороны, тот, кто в состоянии дать милостыню, не должен отказывать нищему. Таковы предписания шастр, как говорит Чанаки Пандит, «Сан нимитте варам тяго инаше». Не наши, не атесати. В материальном мире все рано или поздно обратится в прах. И потому надо спешить использовать все на благо людям. Просвещенный человек должен быть готов пожертвовать чем угодно во имя высшей цели. Современная безбожная цивилизация поставила весь мир на грань катастрофы. И потому движению сознания Кришны требуется много благородных образованных людей, готовых посвятить свою жизнь делу возрождения сознания Бога во всем мире. Поэтому мы призываем всех образованных людей и мужчин и женщин присоединиться к движению сознания Кришны и посвятить своей жизни этому великому делу пробуждения сознания Бога в человеческом обществе. Нам предлагается обсудить последнее предложение, особенно комментария. И вам вопрос на сообразительность. Вы ничего необычного не заметили в этом комментарии? В последнем предложении? Что? Что было? Что необычное? Именно образованных. Много благородных, все образованных. Благородных, образованных, ну это ясное дело, там сознание. Спешите использовать.
Найдете всю жизнь великого дела. Великое дело спешить использовать. Ладно. Тут нет ничего необычного, да? Ну то, что стих был о том, что люди, они не должны что-то просить, у кого то нуждаются, или не должны отказывать, если они могут дать комментарий, вот ну, Прабхупада переводит. Ну, вообще редкий по смыслу, вот я раньше как-то не видела насчет того, что наставление давать внимательнее. Это за последнее предложение, да? Нет, на 10. Ну, странно, внимание. Странно. Вот здесь вот Прабхупада пишет, что просвещенный человек должен быть готов жертвовать чем угодно во имя высшей цели. Ну, в этом нет ничего необычного, это нормальное утверждение для Прабхупады, да. Если попросить его войти в положение дающего, то ни о чем не стал бы его просить. То есть, если это думать, это очень достаточно, это просто крик сердца. Нет, начал сходящий его сразу, а сердце угодно и чувствует. Чем должен быть не сравнивать, если бы говорит, как лозунг. Хотя идет просто комментарий, обычный комментарий к тексту. Он в конце вот, в форме лозунга, который призывает всех присоединиться к этому движению. Но это объяснимо, потому что у Прабхупады было горячее желание, он уже не знал, то есть сколько он еще проживет, и поэтому он хотел при этом как-то вот сильно вдохновить. Мне кажется, здесь как призыв к преданным. Вот. Движение сознания Кришны требует много благородных, образованных людей, готовых посвятить свою жизнь делу возрождения сознания Бога во всем мире. И что здесь необычного? Необычного? А все знают, но не настолько вкладывают свои возможности для того, чтобы как-то растормошить людей, цивилизацию. Может быть, еще то, что и мужчины, и женщины желают присоединиться. Нет, в тексте, пожалуй, там речь о милостыне, о просителях, а тут о выше, как бы, милостыне, пробуждение сознания Бога в человеческом обществе. Вроде как это странно состыковывается, причем тут нужды, милостыни, и вдруг вот пробуждение сознания Бога. Нет, ну это нормально, Шрила Прабхупада часто практическую плоскость переводил. Да. Просто пожертвовать жизнь нам просто. То же самое, что Дакхичи сделали со знаниями Кришны. Свои интересы поставить ему. Такой план. И если вот Шлоки там говорит, что люди, они глухие, бесчувственные к страданиям. А он говорит, что нам нужны такие люди, которые могли бы дело возрождения Бога во всем мире просто посвятить. То есть люди такие не бесчувственные. Странный момент. Хотя это конец ваш. Люди бесчувственные и глухие. Он хотел возразить. Угу. Но в материалистичном обществе все говорят, что Бога нет. А Прабхупада, он призывает всех, чтобы они посвятили своей жизни проповеди и возрождению сознания Бога. Всех образованных. Ну да. Благородных. Вот еще здесь. Если бы проситель мог войти в положение дающего, то ни о чем бы не стал бы его просить. Ну, это логично. Почему? Да, ничего необычного в комментарии или в тексте. Потому что думаешь... В комментарии. Я ну ладно, подскажу. Последние два предложения комментария. Ничего необычного не видите? Странного. Поэтому, да, мужчины, женщины образованные. Эти фразы всегда встречаются. Он говорит, присоединиться. Мир перед катастрофой. Вы должны пожертвовать собой, чтобы его спасти. Не возьмете это так обычно. Ну, это естественно для Прабхупады. Вот лучше присоединиться. Тоже естественно.
Может имеется, ну не знаю, может это кто-то говорил, может имеется в виду, что как бы вот это, вот этот стих, это признак образованности человека. Удивительно. Никто не заметит. Слона. Слона никто не видит. Да. Боже мой. Говорится о том, что они его поравны, как, ну, как бы они оба равны просители, тот, кто дает, то есть они оба как бы ну, без помощи. Что нужно кто-то, кто-то или что-то, что сделает того или другого квалифицированным. Проводит параллель, вот в предыдущий текст говорится о том, как полубоги пришли в Дадхичи. То есть они просят других стать такими же, как Дадхичи, мудрец, который просто пожертвовал своим телом без сожаления. А может быть, что здесь уже женщину ставят на уровень мужчин? Что в человеческом обществе не пробуждено сознание Бога. И что здесь необычного? Ну, то есть, получается, никто об этом не знает, все спят. То есть, хотя много религиозных организаций, знаний и всего остального. Немножко ближе, да, к истине. Смотрите, в двух последних предложениях комментария повторена одна и та же формула. То есть, если бы Шрила Прабхупада один раз это сделал, то можно было бы сказать, что это сделано случайно, но два раза подряд, в двух предложениях, одну и ту же формулу повторить, это явно не случайность. Да? Посвятить. А? Посвятить. Да, смотрите, два раза он одно и то же повторяет. Посвятить своей жизни. Что он повторяет одно и то же? Смотрите. Вот. Предпоследнее предложение комментария. Движению сознания Кришны требуется ля-ля-ля-ля-ля для возрождения сознания Бога. Так? И последнее предложение комментария. Присоединиться к движению сознания Кришны для пробуждения сознания Бога. Ничего не замечаете необычного? Движение сознания Кришны для пробуждения сознания. Да, движение сознания Кришны. Не для пробуждения сознания Кришны. А сознание? Почему Шрила Прабхупада делает такую четкую разницу? Движение сознания Кришны предназначено для пробуждения сознания не Кришны, а Бога. А почему, чтобы призвать всех религиозных деятелей следовать заповедям тем, которые они должны следовать? Да, потому что Шрила Прабхупада не собирался создавать еще одну секту. То есть видение Шрила Прабхупада было намного шире, чем добавить еще один пункт к более 10 тысячам, я слышал, существующих религиозных деноминаций. Больше 10 тысяч, на планете. Больше 10 тысяч религий. Но, знаете, и сознание Кришны в данный момент причисляют еще одна разновидность